Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Лодди Свет. Сегодня вести из моей кухни, и сегодня не заготовки. Хотя они даже не закончились, я еще заготовки продолжаю делать, потому что огромное количество томатов, нужно еще переработать томаты и кое-что другое. А пора нам начинать уже вкусные воскресники, правда? Я думаю, что все согласятся. Сегодня на вкусный воскресник у меня будет сливовый пирог. В принципе, давно ничего не пекла. Тут испекла, правда, шарлотку, потому что сейчас сезон слив, а у нас в этом году этих слив как никогда. Ну и яблок. Поэтому сливы, яблоки надо куда-то девать. Шарлотка и сливовый пирог – это очень-очень вкусно. Мне тут поступило предложение. Честно сказать, даже не одно. Я игнорировала, но смотрю, подхватывают люди. ВКонтакте мне пишут: «Светлана, мы у вас купили книгу по заготовкам». Вот такое руководство мое, где у меня собрано 50 рецептов. Но основные все подписчики мои знают. Книга очень хорошо у меня продавалась, и я получила на нее огромное количество положительных комментариев. Спасибо всем большое, кто купил и поддержал мои рецепты заготовок. А теперь меня просят, а сделайте за зиму такую книгу ваших вкусных воскресников. Я не знаю, стоит ли это делать, потому что кулинарных каналов огромное множество, и кулинарных книг еще больше. Но если вы мне будете писать, что да, надо кулинарную книгу о простых, совершенно простых рецептах обыкновенной российской семьи, это не какие-то вычурные рецепты, это вот рецепты, которые я готовлю, и я не шеф-повар, а простая домохозяйка. Если вы скажете, что да, надо, за зиму мы с командой подберем самые вкусные рецепты, там, где и просмотры хорошие, там, где действительно я получала хорошие отклики, и сделаем вам такое руководство. Но только мне нужна будет от вас, конечно же, реакция, надо или не надо. Вот, здесь... Кто купил, кто не купил, может быть, вам еще понадобится. Некоторые покупали даже в подарок. Спасибо вам большое. Рецепт очень легкий. Вам, конечно же, рецепт напишу под видео, как всегда, в описании. Что мне понадобится? Мне понадобится 3 яйца, стакан сахарного песка, слива кисловатая. Вот эта слива, ну, у нас своя, естественно, синяя слива сладкая, красная, чуть-чуть еще с кислинкой. Поэтому песок сахарный целый стакан, но вот у меня... Чуть-чуть не до краев целый, это 200 грамм стаканчик, 200 грамм. Вот, 3 стакана муки, ванильный сахар, разрыхлитель и растительное масло 70 грамм. Первым делом я сделаю тесто, и пока оно чуть-чуть постоит, я буду чистить сливы. Все здесь просто, я сразу буду делать в своей вот такой вот чаше измельчителя, он же смешиватель мой. Ну и сюда я разбиваю 3 яйца. Чуть-чуть кладу соли, обязательно соль для сбалансированности вкуса, ну сколько там, 3 чайной ложки, да, вот, стакан песка сразу сюда же, это все, это эти рецепты, что шарлотка, что такой сливовый пирог, очень быстрые, только чистить сливы долго, ванильный сахар, хотите кладите, хотите нет, и все это взбиваю. Чайную ложку разрыхлителя я смешиваю с мукой. И муку буду добавлять в момент взбивания постепенно. Небольшими порциями. Целый стакан насыпала. Так, и взбиваю. Ну вот я первый стакан муки положила, а сейчас высыпаю второй стакан муки. И все, тесто готово. Пусть оно постоит. Сейчас покажу вам консистенцию. Это не очень такое крутое, но и не жидкое тесто. Пока тесто настаивается, я почищу сливу. А теперь посмотрите, какое тесто. Вот такое. Просто у кого яйца покрупнее, тогда у вас
чуть жиже будет. А у кого яйца мелкие, положите и 4 яйца. Но тесто должно вот так с ложки немножечко литься. Ну все, пусть оно настаивается. Я чищу сливы от косточек. Сколько взять сливы? Можно сливу ложить в один ряд, можно в два ряда. Отсюда 300 грамм или 600 грамм. Но это примерно, честно я вам скажу, что я сливу не взвешиваю. Итак, я сейчас первый ряд теста, такого тоненького, вот выложу сюда, на бумагу. Бумагу я взяла, смазала растительным маслом. И моя форма это где-то 15 сантиметров на 25. Тесто не очень хорошо размазывается, но я мочу лопаточку водой и тогда нормально его вот так распределяю. Вот слегка-слегка. И быстро оно хорошо распределяется, не тянется за лопаткой. Можете этого даже не делать и сливу использовать только вторым рядом, как я сейчас покажу. Но я люблю, чтобы этот пирог был такой влажноватый и сливы было много. Вот, и теперь сюда я кладу сливу, первый ряд, вот так. Видно? Так, первый ряд. И, естественно, этот первый ряд я буду тихонечко тоже закладывать тестом. Тогда сливы будет много. Еще раз говорю, можете этот этап совершенно пропустить. Ну вот. Вот так это выглядит. И сейчас вторую часть теста буду выкладывать сверху на эти сливы. Вот так закрыла тестом второй слой. И сейчас вот так вот уже положу сливу. Более-менее одинаковую сверху. И еще раз говорю, если вы не хотите много сливы, то вот первый слой пропустите, а оставите только, вылейте тесто, и вот так разложите всю сливу сверху. А у меня тут она попадет между сливами. Ну вот все, почти у меня все 600 грамм и ушли. Сверху слегка-слегка сливы посыпаю сахарным песком для карамелизации. Все, и ставлю выпекаться в духовку. У меня предварительно нагретая духовка. Верх, низ и обдув. И температура 185 градусов. Можно 190. 35 минут. Но я засеку. Посмотрим, у каждого своя духовка. Ну вот, дорогие друзья, такой пирог у меня получился. Он пекся ровно 35 минут. Был повыше, сейчас немножко подсел. Чуть-чуть остынет, я покажу вам, какой он на разрезе. Вот посмотрите, дорогие друзья, какой пирог получается внутри. Внутри он, как в кармашках, тоже ягодки. Он очень-очень сочный. Само тесто очень вкусное. Можно подать с каким-нибудь, например, мороженым. Тоже очень вкусно. Мороженое подтаивает. Вообще, такие пироги даже в теплом виде люблю с мороженым. Так что вот такой у меня сегодня сливовый пирог. Очень вкусный. Мы пошли пить чай, чего и вам желаем.